В Омске объявили лауреатов премии «Народный герой». Конкурс проводится в регионе уже второй раз. В этом году заявку на участие подал 241 человек. Из них экспертный совет отобрал 50 хомячей. Лучших определило народное голосование. За спасение человека 5 молодых хомячей получили награды в номинации «Юность». Кроме того, высокое звание героя присуждали за инициативность, достижения в спорте, науке, искусстве, культуре, здравоохранении и благотворительности. Все люди, все участники являются народными героями. Проект у нас, конечно, основан на духовных основаниях, в первую очередь, с целью помочь детям с детским церебральным параличом и с прочими неврологическими заболеваниями в их социальной интеграции, социальной адаптации в общество. Этот проект на самом деле о людях. И мы про них мало слышим. О них зачастую не рассказывают в новостях, их не показывают по телевизору. Они просто живут, может быть, с нами на лестничной клетке и делают ежедневно свое дело, которое они любят или которое они считают нужным.